Этой зимой в Искитиме состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Глава города тогда исполнил необычное желание Алексея Михайлова, который хотел побывать в кабинете градоначальника. Сергей Завражин с удовольствием встретил юного искитимца, предложил посидеть в кресле и посмотреть документацию. Сегодня эта история продолжилась. В этом году Алексей пойдет в первый класс. Глава Искитима лично провел экскурсию для будущего школьника. Мы договорились, что я обязательно в какой-то такое торжественное событие, приеду к Алексею и посмотрю, и узнаю, как у него дела. Вот, к сожалению, на закрытие, так скажем, детсадовского сезона не удалось попасть. Ну а сегодня у Алексея как раз день рождения, 7 лет, он идет в первый класс, в 11-ю школу. И вот сегодня на день рождения решили встретиться, поговорить, узнать, как у него дела. Он узнал, как у меня дела. Поэтому вот такая история, она продолжается. Это событие совпало с днем рождения мальчика. Сергей Завражин вручил Алексею в качестве подарка книгу со своей подписью. Мы с этой семьей знакомы очень давно, потому что, если уж начинать говорить с самого первого дня работы нашей школы, это 1973 год, 1 сентября 1973 года, то вот именно с этого дня здесь работала его прабабушка Лешина. Это Зайцева Людмила Николаевна, учитель начальных классов. Потом в этой школе училась его бабушка Елена Анатольевна Веселкова, выпускница тоже вот 11-й школы, и сейчас она учитель технологии в нашей школе, работает до сих пор. У Леши есть старшая сестра, она в этом году закончила 11 классов, а Леша вот идет у нас в первый класс. Как ты готовился, что вы приобретали? Тетрадки, рюкзак. Сергей Владимирович пообщался с семьей и пожелал Алексею Михайлову хорошей учебы и успехов.